Здравствуйте. Для жителей Европы и Америки отдых в национальных парках является одним из самых популярных. В России туристы пока мало представляют, чем экотуризм отличается от обычного отдыха на природе. Период становления национальных парков в России настолько мал, чуть более 20 лет, что сфера обслуживания туристов до сих пор находится в стадии формирования. На территории Архангельской области находятся 4 национальных парка – Кинозерский, Онежский филиал Водолазерского парка, Русская Арктика и Онежское Поморье. И только один из них включен в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Каковы перспективы национальных парков в Архангельской области? Об этих делах мы и поговорим с директором национального парка Кинозерский, заслуженным работником культуры Российской Федерации Еленой Шатковской. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте внесем ясность в два вопроса. Чем национальный парк отличается от заповедника и что вам дает статус биосферный резерват ЮНЕСКО? Национальный парк и заповедник. Отличия? Ну, безусловно, отличия есть, точно так же, как есть и сходства. Во-первых, и заповедники, и национальные парки – учреждения, которые сохраняют наследие. И природное, и культурное. Но заповедники, я имею в виду музеи-заповедники, потому что в природе есть природные заповедники. То есть не только национальные парки, но еще и заповедники природные. А заповедники, которые музеи-заповедники, они находятся в ведении Минкультуры, национальные парки находятся в ведении Минприроды. И отсюда разобщенность ведомственная, так сказать, не способствует как раз комплексному сохранению наследия. То есть нам тяжело сохранять культурное наследие, а музеям-заповедникам тяжело сохранять природное наследие в силу как раз законодательства. Значит, но тем не менее, именно в этом сходство. Различия в основном связаны с тем, что, во-первых, разное законодательство. На самом деле у национальных парков и природных заповедников на сегодняшний день законодательство гораздо более проработанное. И национальные парки отвечают за всю территорию. Да, там есть земли, включенные в границы парка без изъятия. Это, например, земли муниципальных образований, это земли автодора, ЛЭПов и так дальше. Но, тем не менее, режим там должен соблюдаться национального парка. А для меня, как для туриста, в чем отличие? Для вас, как для туриста, национальные парки в любом случае по площади больше, чем музеи-заповедники. И еще, что очень важное отличие в том, что в национальных парках живут люди. Как правило, живут люди, ну, вот местные жители. Пинерский у нас заповедник. Это заповедник, да? Там люди не живут. Заповедники парк. Это природные заповедники. Это полностью изъятые из хозяйственного оборота земли. В национальных парках живут люди. Можно делать все, но на нормальной, научной, устойчивой основе. Ну, мы подробнее поговорим об этом. И вот статус биосферный резерват ЮНЕСКО. Что это такое? Значит, на самом деле это высокая оценка как раз того факта, когда обеспечено гармоничное взаимодействие человека и природы. На самом деле финансово нам ничего не дает, но это статус, и это очень важно. Ну что ж, давайте начнем более предметный разговор. Вы бессменный директор Национального Кинозерского парка. Вот когда брали на себя это хозяйство, что-то ведь ставили перед собой какие-то задачи, да? И сейчас уже можно вот с высоты пройденных лет... Можно, оценить, да. Можно, наверное, оценить парку 21 год, но на самом деле, как вы понимаете, практически всегда, ну, может быть, часто, есть разница между решениями и их исполнениями. Давайте вспомним эти годы, когда был образован Кинозерский национальный парк. Он был создан в конце тяжелого 1991 года. Что это было за время? Это был развал, распад Советского Союза. Это, по сути дела, смена формации, смена эпох. Вы понимали, что вы берете на себя? Какую ответственность? В полной мере? Может быть, в полной мере не понимала. Но, наверное, во мне и в моей тогдашней команде, замечательной команде профессионалов, был такой дух здорового авантюризма. Вы знаете, на самом деле парк был создан тогда, когда как раз у местных жителей, да, царило абсолютное ощущение безнадежности по отношению к планам на будущее. Все рушилось, закрывались заводы, закрывались фабрики, и тут какой-то национальный парк. И потом, я хоть и работала на Соловках, в Соловецком музее-заповеднике, но музей-заповедник не имел такого прямого отношения к местному населению. А здесь надо было как-то
это население спасти, сохранить, потому что на самом деле, наверное, я для себя с самого начала, может быть, не так четко и явно, как сейчас, да, сформулировала национальную идею. Это сохранение русской деревни. И на самом деле, когда я переходила на работу в парк, я не думала, что это может сравнить с Соловками, что Соловки это самое крутое, что может быть. Но когда я туда приехала, прежде всего меня поразила вот эта вот удивительная гармония. Гармония природы, архитектуры и людей. И вот только в парке, только в Кинозерье я поняла, что значит традиции. То есть на Соловках население отдельно, наследие отдельно, потому что нет коренного населения, нет традиции. А традиции это вот это все. Никакое общество, ни семья, ни страны, никто не может развиваться нормально без традиции. Вот сейчас у вас очень много форм работы. Вот какие-то приоритетные можете выделить? Ну, во-первых, направления деятельности – это те, которые определены федеральным законодательством. Да, это научные исследования, это, естественно, сохранение территории, охрана территории, сохранение наследия, экологическое просвещение и создание условий для развития туризма. Ну, собственно говоря, вот как бы мы всем этим и занимаемся. И, наверное, я бы выделила все-таки работу с местным населением. Потому что вот нам досталась живая территория. И в этом ее отличие от многих других заповедников, музеев-заповедников. И мы сразу, с самого начала понимали, что национальные парки не могут быть богатыми, успешными, эффективными, если живущие на их территориях люди будут находиться в бедственном положении. И что с этим делать? Конечно, никто тогда не мог и не умел работать в новых рыночных отношениях. А это так называемый сельский туризм? Это не только сельский туризм. На самом деле ведь не могут быть заняты все население, а у нас достаточно много проживает население, все в сельском туризме. И вообще в парке в 90-е годы было сельскохозяйственное предприятие, и было у меня на балансе 570 голов крупного рогатого скота. И абсолютная бескормица, потому что корма мы покупали в Белгороде, ну, естественно, сено там косили у себя. То есть вот постепенный приток людей, структуры парка, то есть во-первых, это способствовало тому, что парк стал развиваться. И, естественно, мы понимали, что нужно вернуть населению чувство хозяина. А хозяин – это не только ведь права, да, это еще ответственность за свою землю, за свою судьбу. И это можно сделать вот через вовлечение их в управление территорией, в общественное управление. А это и туризм, это промыслы и ремесла, это сельское хозяйство. То есть у нас нет ни одного, по сути дела, проекта или программы, в котором бы не участвовало местное население. Они вас все понимают, разделяют ваши идеи? Вы знаете, что вот, скорее всего, что нет. Понимаете, значит, мы пытались построить коммунизм на отдельно взятой территории. У нас это не получилось, слава богу. Мы просто были завалены этими направлениями деятельности. И производственными бригадами, и сельским хозяйством, и, естественно, своими основными функциями. Но я думаю, что люди постепенно приходят к пониманию выгоды сохранения наследия. И причем это не только экономическая выгода, да, когда они все задействованы в этом, но еще и нравственная выгода. Но всегда будет часть населения, но просто мы такие люди. Люди не любят власть, люди еще кого-то не любят, так сказать, даже не пытаясь сформулировать себе, да, почему это так происходит. И у нас нет никакой лобочной картинки. Есть люди, которые не любят парк. Во-первых, это связано с завышенными ожиданиями помощи от парка. А во-вторых, естественно, с подменой понятий о функциях национального парка и местных органов власти. И естественно, что многие считают, что национальный парк должен абсолютно все. Но тем не менее, даже те, кто как бы не любит парк, на вопрос, где ты живешь, они отвечают, что мы живем в национальном парке. Ну, все-таки вы надеетесь, что будет расширяться ваше взаимодействие, да, с местным населением? Ну, безусловно. То есть, понимаете, значит, у нас просто проходят вообще тотальные мастер-классы, тренинги. Мы возим людей на стажировки и по экскурсионной это деятельности, те, кто работает, по основам гостеприимства. Это для местных жителей. Сотрудники парка – это сотрудники парка. Это как раз включение населения в деятельность парка. И нет, большинство людей понимает, разделяет, хотя бы понимает тот факт, что если там не было бы парка, там просто сейчас не было бы деревень.
А наши деревни, слава богу, не умирающие. И в этом главная заслуга парка. Да, какие-то, так сказать, к сожалению, это была огромная для меня боль, трагедия. Умирает русская деревня. Это происходит повсеместно. Что такое русская деревня, наверное, нет необходимости объяснять. Особенно северная деревня, да? Mm-hmm. Это же ведь основа нашей культуры. Она ее суть. Ничего бы не было, если бы не было северной русской деревни. Она умирает. И я не знаю, как к этому относиться философски, но тем не менее... Надо сделать все, чтобы приостановить очень этот процесс, хочется, да. Да. И вот, кстати, на территории вот этих северных многовековых территорий очень много ведь памятников деревянного зодчества, которые разрушаются. Вот много спорят, вывозить их из природной естественной среды или же реставрировать на месте. Вот ваше мнение. Вы знаете, у меня мнение к этому, по этому вопросу очень такое неоднозначное. Во-первых, да, значит, наверное, создание музеев-заповедников, в этом есть какая-то объективная необходимость, но вывозить можно только те памятники, когда ты уже точно знаешь, что жизнь там не возобновится, что охранять там некому, что памятники просто там погибнут. Но когда памятники вывозили из мест, где они очень нужны людям, например, как Кинозерия, да, вот вывезли Малые Карелы, часовню, Ильинскую часовню с Мамонова острова. Это была, конечно, организация парка. И дед, который ее охранял, который был ее хранителем. Там же часовенная культура, человечная культура. Там часовня абсолютно живой организм в этом живом ландшафте. Вот этот дед не пережил, он умер. Точно так же, как вот буквально сейчас всегда рассказывают бабушки в деревне Зихново, когда прилетел вертолет за их часовней, абсолютно, в абсолютно жилую деревню. И бабушки просто встали вокруг часовни, и бабушки, и местные, там другие молодые местные жители, обхватили ее руками и не дали ее вывести. Но часто ведь и хозяина нет у этих часовен, церквей. Сколько ведь разрушается? Я и говорю, что значит, да? Если уже точно жизни нет никакой, если нет людей, для которых она дорога, тогда, наверное, вывозить можно. Но на самом деле вот к нашему национальному парку вообще можно применить слово «впервые» во многих случаях. Впервые и первые. Во-первых, все-таки мы первые в России пошли по пути реализации идеи устойчивого жизнеобеспечения местного населения. Мы первые и пока единственные в России взяли на свой баланс памятники истории и культуры. И мы первые, которые создали среди национальных парков, я имею в виду России, музейный фонд. И у нас на балансе вообще шедевры русского деревянного зодчества, да, которые нам известны там, по учебникам русской архитектуры. И ведь что, как там происходило восстановление? Вот в этом как раз процессе участвовали местные жители. Я, собственно, ведь тоже, как бы работая на Соловках, была воспитана советской школой реставрации. Да, это была очень качественная школа. Это была школа абсолютно на научной основе. Но эта школа была изолированной, да, в своих таких ведомственных подходах. Стоит памятник, его нужно отреставрировать. Приходят профессионалы, реставраторы, делают. Нет никакой связи между памятником и населением. Что происходило в Кинозерье? Вот в процессе восстановления этих памятников участвовали местные жители. Понимаете? То есть традиции вернулись. Если в 70-е там, годы, в 60-е строили какие-то бараки, то когда местные молодые парни стали плотниками парка, как, они стали искать на своих там поветях скобели, старинные плотницкие инструменты. И мало того, что традиции вернулись, но впервые вообще в России произошло ведь, ну, и переосмысление вот, общественного значения наследия. Да? То есть местное население – это как раз главное действующее лицо в охране своего наследия. И слава богу, что сейчас так же происходит, например, в Мезенском районе, в Кимже. Когда местные жители собираются, восстанавливают амбары, восстанавливают свои мельницы. То есть происходит процесс
возвращение исторической памяти, ну, не знаю, генетической памяти предков, традиций. А это, ну, может это быть, главное. Они такими высокими категориями не мыслят, да, местное население? Ну, это нормально. Да. В одном из интервью вы приводите цитату Петровского, директора Государственного Эрмитажа. Настоящий музей – это очень динамичная структура, которая легко приспосабливается ко времени, который навязывает себе это время. И он может и деньги зарабатывать, и радовать все, что угодно. Вот если остановиться на фразе «зарабатывать деньги», вам как это удается? И удается ли? Значит, вот когда я говорила о том, что мы находимся в видении Минприроды, конечно, финансирование национальных парков и природных заповедников достаточно длительное время было, ну, совершенно по остаточному принципу. Да? То есть Минкультура финансировала свои учреждения в гораздо больших объемах. Понимаете, мы не любим выживать, мы хотим развиваться, потому что у нас действительно уникальная территория, уникальное наследие и природное, и культурное. Поэтому мы, естественно, лезем там в любые программы, мы пишем кучу проектов. Значит, не факт, что все эти проекты там получают финансирование. Если, даст Бог, там из, предположим, 50 проектов получат финансирование 3 или 4, это уже большой успех. Поэтому просто мы не останавливаемся. Значит, и, понимаете, парк – это такое очень комплексное учреждение, да, многофункциональное учреждение. Вот, например, пока мы, так сказать, создавали свою инфраструктуру гостеприимства, мы вообще все делали сами. Мы сами проектировали, мы сами строили, мы сами украшаем, мы сами все производим. У нас есть свой пилоцех, свои столярные мастерские, свои кузницы. У нас есть все. Значит, и естественно, что какое-то время, когда-то мы все создавали, да, основной источник получения собственных средств – это была продажа пиломатериалов. Но пиломатериалы изготавливали тоже местные, это тоже были рабочие места для местных жителей. Значит, когда-то, так сказать, все-таки вот мы уже как-то укрепились в своей такой материальной базе, где-то в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, это стало выравниваться, туризм и деятельность другая, любая, там транспортные услуги, пиломатериалы, все что угодно. И сейчас, естественно, пиломатериалы мы, безусловно, производим для своих объектов, и, естественно, они нужны местным жителям, но это уже очень маленькая часть занимает в структуре собственных доходов, а это в основном, конечно, туризм. И вот тут как раз дело в том, что мы же тоже понимаем, да, кто к нам едет. Да. К нам едут особые люди. К нам вообще сейчас, знаете, все, слава богу, все больше и больше людей, ну, вот, которые начинают задумываться о каких-то вечных ценностях, вообще кто мы, зачем мы, откуда мы. И вот ответы на эти вопросы, они зачастую как раз ищут в кинозерии. Наша задача – эту подлинность сохранить, не нарушить. И наша задача как раз создать разные наборы турпродуктов, которые были бы людьми этими востребованы. Ну, да, вот о туризме. Это все-таки очень актуальная тема, да, для нашего региона. И для туристов все-таки важна инфраструктура. Хорошие дороги, налаженный быт. Вот вы сейчас что можете предложить туристу, современному туристу? Или вот для ваших туристов, как вы сказали, они не за этим едут. Это не важно. Нет, это тоже все важно. Качество услуг важно. Все, нет ничего неважного в этом. Вообще, на самом деле, для парка туризм это как бы не самоцель, да? Даже как, я думаю, что ни для кого туризм не самоцель. Просто, так сказать, туризм – та отрасль экономики, вот, которая позволяет еще включать разные другие хозяйственные подсистемы. Это сельское хозяйство, транспорт, там, досуговая деятельность, бытовое обслуживание. То есть это как бы существовало все само по себе в колхозах и совхозах, и вообще где-то в городах, да? А туризм позволяет это аккумулировать. Это все надо для туриста, для потребителя. И поэтому... Поэтому нужно развивать такой туризм, мы развиваем устойчивый туризм. То есть это туризм, который предполагает, во-первых, длительную сохранность природного и культурного наследия, а во-вторых, он дает преференции, социальные преференции, экономические преференции местному населению. Иностранцы, русские ездят к вам больше? Ну, в основном это, конечно, наши граждане. И поскольку мы все-таки понимаем, что в парк едут люди, это интеллигенция, да, и у нас, к сожалению, в стране интеллигенция – это не самая обеспеченная часть населения, то у нас, на самом деле, мы предлагаем услуги
разные, абсолютно для разного кошелька. Что котируется? Это проживание в старинных крестьянских домах. Mm-hmm. Во-первых, все-таки и нас отличает то, что вот наши предложения туристические, они имеют очень глубокую связь и с колоритом северно-русской деревни. Да? Поэтому мы в 90-е годы приобретали старинные дома, мы их восстанавливаем. У нас там интерьеры, которые... То есть человек может окунуться в эту атмосферу, может быть не просто как экскурсантом посмотреть, как жили, а он может быть соучастником. А сколько можете туристов принять? Значит, ну вот на сегодняшний день у нас создана такая достаточно продуманная система размещения туристов, да, которая включает в себя гостевые дома, гостиницы, туристические приюты, туристические стоянки. Единовременная вместимость 1231 человек. Да? Много. Конечно, безусловно, вот туризм требует такого комплексного подхода. Да? Нужна базовая инфраструктура. Как вы правильно сказали, это дороги. Это зависит как бы не от парка. И нам нужны дороги, нам нужны тоже устойчивые подъезды к парку. Всем для того, чтобы... Собственно, чем вообще интересна Архангельская область? Это же уникальный регион. Чем она интересна? Да она как раз интересна своим уникальным наследием. Но к этим объектам должен быть обеспечен доступ. Вот сохранение животного и растительного мира, это ведь тоже глобальная проблема для парка. Везде есть несознательный посетитель, везде есть легкомысленные туристы. Особенно, наверное, парк страдает от браконьерства. Да и сами работники, в общем-то, парка и жители должны следовать строгим правилам. Вы как с этой задачей справляетесь? Или для вас это не так актуально? Ну, во-первых, все-таки для нас это не глобальная проблема. Понимаете, вот, собственно, в чем и сила традиции, да, когда люди понимают, что им здесь жить, и поэтому брать от природы там все, что можно нахапать, то мы нахапаем, этого абсолютно нет. Поэтому отношение все-таки к природе вообще бережное. Почему? Кинозерь — это же ведь совершенно невероятная связь язычества и православия. Ведь когда пришли славяне, они же уничтожили языческую культуру. А что такое языческая культура? Это поклонение деревьям, там, камням, природе, силе природы. Люди понимают, что они не главные в этом мире. То, чему как раз мы учим детей в наших детских экологических лагерях, не мы самое главное. Природа тоже бесценна, в ней куча своих жизней, и каждая эта жизнь тоже обладает правами своими. Поэтому мы должны их уважать и защищать. Вот. Да, конечно, есть случаи браконьерства, но, во-первых, есть в парке служба охраны, а во-вторых, госинспектора, а во-вторых, когда что-то происходит, то наши, опять же, первые помощники — это местные жители, которые сообщают госинспекцию. Не понимаете, это работа. Что значит повезло? Это 20-летняя работа. Потому что парк сначала не принимали. Когда рухнуло то, в чем было представление о мире у северного крестьянина, да, то есть рухнуло сельское хозяйство, лесное хозяйство, то какой-то парк создали с непонятными функциями, но все равно это режимное учреждение. Поэтому эта работа нужно было людям объяснить, что мы пришли им не во вред, не с тем, чтобы все запретить, ничего нельзя никуда не пускать. Нет, они наши первые помощники. Мы вместе эту территорию сохраняем, вместе с ними. Посетители тоже бывают. Да, мы в год, наша госинспекция примерно составляет около 80 протоколов за нарушение режима парка. Это совершенно разные случаи. Это может быть и браконьерство, но животный мир никто не трогает. Я сама не люблю охоту. Она там разрешена только местным жителям, только на определенные виды, только определенные сезоны. Никаких там ни VIP-охотников, никого никогда не было и никогда не будет. Поэтому что браконьерство — это может быть рыбная ловля не в те сроки, которые установлены нашими нормативными документами. Это разведение костров в неустановленных местах, это проезд туда, куда проезжать нельзя, это там мытье машин, водоемок, парка и так дальше. А национальный парк вот такими семимильными шагами, как можно заметить, выходит на международный уровень. Это грант Всемирного фонда природы, гранты Евросоюза, ну вот то, что мы слышим, видим из средств массовой информации. Вы участвуете в природоохранной акции «Марш парков». Вот как вам это удается? И что вам дает это сотрудничество? Ну, вообще, это проектная деятельность, да, и на самом деле она вообще очень полезна для любого учреждения. И мы получали не один грант от Евросоюза, а несколько. Но это тяжело, это труд.
Это работа, это нужно писать заявки, естественно, делать их так, чтобы они были интересны Европейскому Союзу, отвечали там критериям Европейского Союза и других грантодателей. И я говорила уже о том, да, что не всегда мы получаем эти гранты, то есть мы не всегда выигрываем эти конкурсы, но это совершенно нормально. А что нам это вообще очень много дает? Во-первых, нам, так сказать, это дает... Мы постоянно учимся, сами учимся, других учим, у нас учатся. И нам дает это не только какие-то новые знания, там, новые формы работы, новые объекты, новые музейные экспозиции, отвечающие самым современным требованиям музейного проектирования. Нам это дает еще общение, нам это дает еще новых партнеров, новых друзей, которых у парка очень много. И... А кроме вот, так сказать, таких вот финансовых вопросов, да, есть же еще и другое партнерство, основанное на творчестве, да, когда к нам, то есть парк – это такой центр притяжения и площадка для взаимного обмена опытом, знаниями, навыками, умениями. И к нам приезжают наши коллеги, то есть это профессиональное сообщество охраняемой территории. Да. Мы дружим с музеями-заповедниками Пушкиногорье, Михайловская, Псковская область, Куликово поле, Кижи. Бородино, то есть они к нам ездят буквально каждый год. У нас есть замечательные партнеры, друзья за рубежом, это прежде всего в Чехии, Валашский музей под открытым небом, вот это как раз образец, как должны работать музеи деревянного зодчества, как у нас в Малой Карелы. То есть это живой музей с элементами Скансена, сельским хозяйством, животноводством. Памятники абсолютно все живут, все работают. И великолепные этнографические программы. К нам приезжает театр, Архангельский областной театр драмы. Мы очень благодарны нашим новым друзьям. В этом году у нас побывал впервые молодежный театр Виктора Панова. И тоже давали два представления в Каргопольском секторе парка и в Плесецком секторе парка для местных жителей. Потому что на самом деле, когда молодежь принимает решение уезжать ей из деревни или оставаться, тут как раз вопрос культуры, он ведь тоже не на последнем месте, да, какой там будет досуг, а что они там видят в деревне, поэтому деревня должна жить и развиваться, парк предоставляет, да, естественно, что мы работаем с органами власти, мы работаем с гражданским обществом. Например, кстати, какие взаимодействия у вас с властью, с госструктурами? Ну, я считаю, что самые такие рабочие взаимоотношения, потому что на самом деле парк ведь не только выполняет там функции, прописанные в федеральном законодательстве, да, на самом деле это главный работодатель на этой территории. Поэтому мы сотрудничаем... Вы ведь парк федерального значения? Федеральное, это федеральное учреждение, но тем не менее жители у нас живут местные Архангельской области. Поэтому, конечно, мы сотрудничаем и с федеральными органами власти, и управления всех уровней, и с областными, и с муниципальными местными, абсолютно со всеми. С бизнесом сотрудничаем. Вот, например, я бы, наверное, бы все-таки выделила Роснефть, Архангельснефтепродукт, потому что с их участием мы ведь уже сделали не один проект. И, например, для меня очень важный проект как раз по туризму – это социальный туризм. В прошлом году и в этом году мы привозим детей из детских домов на территорию парка. В этом году у нас, это у нас назывался проект «Кинозерское детство», и он будет, естественно, продолжаться. Но в этом году мы начали реализацию еще другого очень важного социального проекта «Кинозерское дедство» для людей, которые, к сожалению, проживают в домах для престарелых. И вот и в этом году, в июле, в начале июля у нас были замечательные бабушки, люди среднего возраста из Каргопольского и Няндомского домов для престарелых. Вы знаете, это настолько благодарная публика, и как вы прощались, как они говорили, что Кинозерье это было самое лучшее в их жизни. И, конечно, за каждым человеком своя жизнь, своя трагедия, тем более, что большинство есть дети. Но мы обязательно будем это развивать и продолжать. Вот мы сотрудничаем со многими другими представителями бизнеса. То есть вы не можете так сказать, что бизнес у нас вообще в стороне и не помогает? Нет. Убеждаете, значит, умеете убеждать, но да? Мы должны быть им интересны, и они нам должны быть. Это должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Вот туризм – это ведь все-таки на нашей территории такая сезонная деятельность. Как зимой Кинозерский парк себя чувствует?
Да, у нас туризм тоже носит достаточно ярко выраженный сезонный характер, и это, конечно, летний период. Летний период, значит, зимой у нас занят, начиная уже с сентября месяца, это новогодние туры, рождественские туры. Безусловно, есть такое межсезонье, да, когда ранняя весна, поздняя осень, и попасть трудно, и дороги разбиты. Да, такое тоже есть. Но нам надо работать над тем, чтобы зимой у нас тоже было как можно больше туристов, и мы думаем об этом. И в заключение программы три почти личных вопроса. Ответите? Нет выбора. Ваша дочь работает в парке. Вот это вы заразили ее своим энтузиазмом? Ну, мне трудно сказать. Знаете, когда дети, у меня двое детей, они двойняшки, у меня есть еще сын замечательный. Ну, в 90-е годы я, по сути дела, не жила дома, я была на территории парка постоянно. Поэтому я не думаю, что они тогда к парку относились как-то положительно, потому что они были в основном с бабушкой и с дедушкой. А потом, когда они уже подросли, они часто бывали в наших детских экологических лагерях. Понятно, что они приходили там домой с энтузиазмом на лице. Нет, такого не было. Но поскольку они очень тесно соприкасались с парком уже в старшем школьном возрасте, и потом, когда учились в институте, то я думаю, что парк и для дочери, и для сына – это такой непустой звук. И дочь сейчас работает в парке и достаточно успешно справляется со своими обязанностями. А какие свойства личности, характера вы бы у себя выделили? Наверное, легче, когда бы об этом сказали люди. Ну, не знаю, я думаю, что ответственность. Одно. Думаю, что-то основное. А что помогает вам добиваться поставленных целей, намеченных целей? Вы знаете, во-первых, моя команда. По каким, кстати, принципам, критериям подбираете команду? Я понимаю, что сразу профессионалами все не станут, да, то есть это в любом случае учеба, но когда у человека светятся глаза, и когда он воспринимает свою работу не просто как работу, на которой можно отсидеться, да, как какой-то образ жизни, когда он получает вообще драйв от этой работы, то, наверное, по таким принципам. У меня очень хорошая команда, и это не только заместители, там, научные сотрудники, это трактористы, это плотники, это многие-многие люди, вот, без которых просто парка бы не было. И на самом деле каждый из них очень важен. Когда, например, говорят, да, что нет незаменимых людей, я с этим, конечно, согласна, но отчасти. Потому что вот каждый из нас, каждый вложил свое огромное усилие в создание такого монументального сооружения под названием Кинодерский национальный парк. Вот. А еще мне помогает, я думаю, ну, это все-таки любовь к этой территории. И, вы знаете, бабушки, вот, к сожалению, мы сейчас вступили в такую просто трагическую пору, когда они уходят одна за другой. Но я точно знаю, что в 90-е годы, когда было очень тяжело, когда не было никакого практически финансирования, когда выживали не благодаря чему-либо, а вопреки всему все делали, то как раз вот я думаю, что их тихая молитва помогала мне работать и любить, продолжать любить эту территорию, это уникальное наследие этих людей, которые там живут. Спасибо, Елена Флегонтовна. Это была Елена Шатковская, заслуженный работник культуры Российской Федерации и директор Национального парка Кинозерский. В 2009 году один из самых известных американских режиссеров-документалистов Кен Бёрнс выпускает сериал «Национальные парки. Лучшая идея Америки». И это не преувеличение. Он, как и миллионы американских семей, уверен, что, цитирую, «эти парки – часть нашей государственности, часть того, что нас объединяет как нацию. Все, что мы должны делать, это посещать их, убеждаться в том, что их тщательно охраняют с тем, чтобы передать их нашим потомкам». Вот такие дела. До встречи.